Здравствуйте! Настало время новостей на Ахтубинском канале. Вот некоторые темы коротко. От депутатов до губернатора. Ахтубинцы приняли участие в едином дне голосования. Кто станет главой района? Этот вопрос для многих был, пожалуй, самым волнующим на протяжении минувших суток. Пилатес осилит каждый, кто нацелен на здоровый образ жизни. В сентябре в гостинице «Жемчужина» открывается новая группа занятий. И налетай, не скупись, раскупай. В Ахтубинск приехала белорусская ярмарка. Вчера, 14 сентября, в Ахтубинском районе было жарко. Постаралось щедрое солнце, нагревая температуру воздуха до 27 градусов, а то и выше. Жарко было и на избирательных участках. Здесь вовсю шли выборы. Ахтубинцы отдавали свои голоса в поддержку кандидатов, идущих в депутаты разного уровня, а также претендующих на кресло главы района и губернатора. Подробности в следующих материалах выпуска. 14 сентября день выдался солнечным, и прогуляться до избирательного участка было приятно. Впрочем, активность ахтубинцев в этот день объяснялась не только хорошей погодой, но и значимостью события. В Ахтубинске выбирали губернатора, главу района и депутатов в городской и районные советы. На первом же избирательном участке, куда заглянула наша съемочная группа, уже с утра было людно. Люди на нашем участке ходят активно каждые выборы, и в этот раз они нас не подводят. На 9 часов у нас была очень хорошая явка, где-то 60-70 человек, от 60 до 70 человек. Всего на избирательном участке номер 542 в микрорайоне Лавочкино по спискам значится 1100 человек. О том, за кого голосовали, говорят не все, но все без исключения ждут от кандидатов только позитивных перемен. Мы ждем от кандидатов работы и на улучшение нашей жизни. Пускай работают, улучшают нашу жизнь. За Шейна голосовали, чтобы не брали с нас общие нужды. Общедомовые. Да, общедомовые. За Жилкина. Да. А еще там? Ведищев. Ведищев еще там. Фу, да все нормальные люди. Избирательный участок номер 531 расположился в стенах школы номер 2. Избирательная комиссия работает в штатном режиме, и наблюдатели от кандидатов претензий никому не имеют. Здесь же дежурят сотрудники правоохранительных органов. Но все идет без эксцессов. Тихо, спокойно, мирно. Ну, на нашем 531 участке на данный момент по списку 1784. На 10 часов проголосовало уже за губернатора 101 по местному образованию. 99. Помимо этого у нас есть на утро уже вот 13 заявлений. Ну и по опыту работы где-то тут до 20 заявлений будет голосование вне помещения, то есть на дому. Еще мы работаем с больницей, там около 130-140 заявлений тоже есть уже. И сейчас у нас вот наши члены избирательной комиссии плюс наблюдатели, полиция вышли для голосования вне помещения в больнице. Члены избирательных комиссий отмечают, что самыми активными и дисциплинированными избирателями являются люди старшего поколения. Они идут на выборы, переживая не только за себя, но и за своих детей и внуков. Прошли по дорогам и думаем, площадку сделали хорошо, там деньги большие уложены. А возле площадки не дойти, дороги ужасные. Ну, наверное, благоустройство ждем. В район мы проголосовали за Ведищева, а за губернатора мы за Жилкина проголосовали. Что ждете от выборов? Ну, ждем перемен, ждем. Ну, чего ждем? Лучшего ждем. То я жду плодотворной работы, чтобы жизнь у нас в городе улучшалась и в целом во всем регионе и в России. Мы голосуем. Сегодня такой день прекрасный, настоящий праздник, солнце, тепло, тихо. И все и только идти голосовать. Хочется перемен, чтобы было все прекрасно. Многие ахтубинцы, как и в прежние времена, выборы воспринимают как праздник. Этому способствует и хорошая погода, и музыка, которая звучит практически на всех избирательных участках. Для членов же избирательной комиссии 14 сентября день вовсе не праздный. У них очень ответственная работа с 8 утра до 8 вечера. На 541 избирательном участке зарегистрировано по выборам губернатора 1786 человек на данный момент. Цифра может меняться, если к нам будут приходить голосовать по открепительным удостоверениям. На выборах по местному самоуправлению у нас зарегистрировано 1787 избирателей на данный момент.
Проголосовало 281 человек, это примерно 16% на 11.00. У нас голосование имеет особенность, что на территории нашего избирательного участка есть центр социальной поддержки, приют, да, мы называем, и на сегодняшний момент 12 человек, проживающих там, включены в списки нашего избирательного участка, и сейчас комиссия вместе с наблюдателем работает в приюте и также осуществляет голосование вне помещения по тем адресам заявки, которые поступили уже сейчас. А на самом деле заявки на голосование вне помещения принимаются до 16.00. В городе на всех избирательных участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Короче, их называют КАИБами. Для членов избирательных комиссий это уже не новшество. С комплексами они работают уже не первые выборы и говорят, что их задача с подсчетом голосов существенно упрощается. Сложность же этих выборов заключается в следующем. Ну, это, конечно, сложность, особенно людям пожилого возраста. Приходится объяснять, сколько галочек и за кого ставить, особенно по районным депутатам и по городским. Там, значит, можно до 2, а там до 3. Вот это только. А остальное все нормально, как всегда, в штатном режиме голосования. За время работы 14 сентября наша съемочная группа отметила, что в этот день ахтубинцы особенно приветливы и доброжелательны. Они верят в лучшее, и, наверное, это самое главное. Мы должны выбрать достойного, который бы изменил что-то в нашей жизни, в личной жизни. Ну, конечно, мы голосуем за мир. Чтобы хорошо жило, чтобы газ нам сделали, чтобы дороги сделали. Уже я, конечно, не хожу, но слышу же по телевизору. Мост вот нарушенный, мост сделали, и чтобы у нас было мирно, хорошо. Если не секрет, за кого голосовали? За Жилкина и Ведищева. 14 сентября, 8 часов утра, избирательный участок районного дома культуры. Присутствие наблюдателей разных партий, кандидатов, баллотирующихся на пост губернатора, главу района, депутата районного городского совета, председатель комиссии запечатывает урны, опускает контрольный пакет документов. Первым опускает бюллетень Виктор Донской. Конечно, это важно на данный момент, очень важно, поскольку того, кого мы выберем, те и будут вести нашу линию, о которой я думаю. В качестве наблюдателя от партии «Справедливая Россия» на участок прибыл Александр Всеволодович Каманин. Я думаю, что граждане сделают достойный выбор. Не зря их агитировали, встречали с ними, беседовали, разговаривали. То есть люди сделают сами самостоятельно тот выбор, который считают нужным. К 11 часам поток избирателей увеличился. Участковая избирательная комиссия номер 532 на 10 часов у нас проголосовала по выборам губернатора 49 человек и по выборам главы нашего района и депутатов района 50 человек. По сравнению с выборами прошлогодними, явка намного выше. С урной для бюллетеней отправилась в город выездная участковая избирательная комиссия. В ее составе сотрудник полиции, наблюдатель, члены избиркома. В семье Бединых голосовали два брата – Василий, Николай и Антонина Матвеевна. Супруга Николая Андреевича до процедуры Василий Андреевич дал наказ будущему корпусу депутатов города. Финогенову дорогу сделали до площади. А сюда дальше, до Фрунзе, тут дорога очень плохая, пешеходной дорожки нет. Когда грязь, я сам два раза падал, а на машине едешь, коронки выскакивают. Просто не годится дорога. И никак они вот эти избираем, а толку нет хорошего. Ждал избирательную комиссию и Василий Алексеевич Шустюков. По окончании голосования сказал: я проголосовал за Жилкина, это Жилкина и Ведищева, главы района. Вот, ну, мне не нравится. Вот, всегда к Жилкину я не обращался, а к Ведищеву обращался, помогал. Заехали члены комиссии и к Наталье Корсуновой, бывшей жительнице села Полугойзаймище. 13 сентября ей исполнилось 90 лет. С юбилеем долгожительницу поздравил губернатор и глава района, о чем Наталья Михайловна поделилась с членами избирательной комиссии. Ведищев меня хорошо знает, он вспомнит. И дедушку моего, не дедушку, а мужа. И Жилкин молодец, они мне подарки прислали. Да,
Очень большое спасибо им. Приняла участие в голосовании и Миля Александровна Батретдинова. Свой голос, сказала, отдаю действующему главе администрации района. Виктор Алексеевич, высокообразованный, интеллигентный, эрудированный и очень уважаемый человек. Иногда бывает рисковат, но жизнь заставляет на это. Вообще очень уважительный. Жилкин, считаю, на месте и должен управлять своим маленьким государством, называемой Астраханской областью. Умный, широкообразованный, перспективный мужчина. Заблодского считаю тоже избираемым нормально, в смысле, подходит он для этой роли. И думаю, на своем месте будет достоин. Итог работы выездной комиссии подвела Вера Самарская. В этот раз мы объездили 27 квартир. Вот. Люди были очень рады, что мы приехали, что мы их не забыли. Вот. И голосовали, конечно, с удовольствием. Вот. На нашем участке, в общем-то, всегда вот голосование вне помещения проходит без проблем. После обеда поток избирателей на участок значительно снизился. К завершению его работы, к 20 часам, пришли последние избиратели, после чего двери участка были закрыты, и члены комиссии приступили к подсчету голосов. Сделать это было несложно. Компьютер в присутствии наблюдателей выдал результаты голосования. Ксерокс распечатал их тут же. Членам комиссии осталось только соблюсти регламент процедуры, составить протоколы, передать информацию Центр избирком, что и было сделано в течение получаса. Ну и как наблюдателям с правом совещательного голоса, видимых нарушений не обнаружено, выявлено не было. Никаких сверхъестественных либо нарушений прав, будем говорить, избирателей на данном избирательном участке не наблюдалось. Следующий этап работы – систематизация бюллетеней. Согласно имеющихся в урнах документов, члены комиссии выполняли уже без наблюдателей до поздней ночи. Стоит отметить, что основная борьба, как и ожидалось, была между кандидатами Федищевым Виктором Алексеевичем и Нарузбаевым Амангой Алинкалиевичем. Явка избирателей на этих выборах составила 38,59% от всего голосующего населения района. По данным избирательной комиссии, голоса распределились следующим образом. Ведищев набрал 6736 голосов, Нарузбаев с отставанием всего лишь в 325 голосов опустился на второе место и набрал 6411 голосов. По предварительным данным, действующий глава региона Александр Жилкин стал бесспорным лидером избирательной кампании, получил более 70% голосов. Поздравил ахтубинцев с завершением избирательной кампании председатель Центра избиркома России Владимир Чуров. Я первый раз в Ахтубинске. Поздравляю всех, кто принял участие вчера в голосовании, с тем, что оно состоялось. Вы знаете, на самом деле не так уж важно, какая была активность, кто победил. Если после выборов власти избранные сумеют сделать жизнь горожан, жизнь избирателей лучше, и жителей сельской местности, значит, выборы были правильными. Если не сумеют, значит, выборы были неправильные. Вот это все очень просто. Я хочу пожелать ахтубинцам большой воды в Ахтубе, хорошего улова, хорошего урожая и хороших достижений на предприятиях города. В том числе и на тех предприятиях, в тех институтах, которые обеспечивают защиту нашей Родины. Спасибо. Пробежка в поддержку спорта и трезвого образа жизни была запланирована на 11 сентября. К месту проведения мероприятия в назначенный час прибыла наша съемочная группа. Пробег не состоялся, однако сюжет об этом Владислав Лихварь к эфиру все же подготовил. 3 года назад священнослужители Ахтубинской епархии организовали первую русскую пробежку, посвятив ее Всероссийскому дню трезвости. В этом году, 11 сентября, должна была состояться очередная, 3-я по счету акция, посвященная борьбе с вредными привычками. В храме Владимирской иконы Божией Матери состоялась литургия. Священник Александр завершил службу словами. То есть в этот день теперь, 11 сентября по новому стилю, ежегодно
будет во всех храмах Русской Православной Церкви совершаться молебные пения о людях, страдающих недугами, винопития, наркомании и других пагубных пристрастий. К сожалению, как в прошлые годы, назначенное время для проведения спортивного мероприятия почти не было контингента. Сегодня, 11 сентября, должна была состояться пробежка за здоровый образ жизни, посвященная Всеправославному дню трезвости. Впервые этот день проводился до революции в 1913 году. И вот в этом году, впервые за 100 с лишним лет, состоялось его повторное возобновление и общероссийское празднование. И в нашем городе мы также планировали провести вот эту пробежку, дабы отметить этот знаменательный день. Но, к сожалению, пробежка не состоялась. Многие представители молодежи сегодня пришли, но, к сожалению, в недостаточном количестве, хотя многие учебные учреждения были об этом оповещены и, к сожалению, нас не поддержали. Равно как не поддержали, к сожалению, нас работники правоохранительных органов. Ахтубинцы, пожелавшие принять участие в пробежке, были огорчены. Очень обидно, конечно, что в такой солнечный день не состоялась пробежка. Был очень хороший настрой, но, к сожалению, не получилось. Я принимал участие в первой пробежке, хотелось еще пробежаться. Очень жаль, что сегодня пробежка не состоялась, потому что мы рассчитывали принять в ней участие. Это уже третья была бы по счету пробежка, на которой бы мы принимали участие. Предыдущие пробежки – это такие были отрадные мероприятия в Ахтубинске. Каждый человек знает, для чего нужен трезвый образ жизни. Чтобы быть здоровым, чтобы прожить больше для себя, для детей и внуков, чтобы была здоровая нация, здоровое поколение, и не было болезней и так далее. Почему два года в акции все приглашенные спортсмены школ города, средних, высших учебных заведений приняли активное участие в мероприятии, а в этом нет, остается только гадать. Возможно, потому, что главой города на это время был объявлен субботник. Приводим город в рабочее состояние, чтобы было есть чем выйти на выборы. И вообще чистый город – это хорошо. Организатор спортивного мероприятия, посвященного трезвому образу жизни, Алексей Угаров, надеется, что это просто какое-то недоразумение. И 4 ноября жители города примут активное участие в празднике, посвященном Дню народного единства. Но мы надеемся, что ставшие уже традиционными пробежки за здоровый образ жизни в Ахтубинске и вообще в целом по всей России не потеряют вот этой традиции в нашем городе. И 4 ноября, в День народного единства и празднование Казанской иконы Божьей Матери, эта пробежка все-таки состоится. Призываю к этому абсолютно всех жителей нашего города, в частности молодежь и все организации, которые нам когда-либо в этом помогали, с нами сотрудничали и взаимодействовали. День трезвости отметили в Астрахани, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России. Жаль, в Ахтубинске не смогли это сделать. Здоровый образ жизни очень важен для современных людей, которые стараются много успеть и при этом физически выглядеть отлично. Быть всегда в спортивной форме, чувствовать себя бодро, а то и результатов высоких добиваться, ахтубинцам помогают занятия в специализированных залах гостиницы «Жемчужина». Кстати, сейчас здесь идет набор в пилатес-группу. «Жемчужина приносит богатство и счастье», так гласит древнее поверье. В этом убеждены и современные люди, те, которые стараются успеть в жизни по максимуму. У них высокие требования, прежде всего, к самим себе. На первом месте правильный образ жизни, здоровое питание и занятия физкультурой и спортом. В гостиничном комплексе «Жемчужина» созданы отличные условия для всех, кто стремится к счастью и богатству, которым по праву приравнивают здоровье. Здесь функционируют сразу два спортивных зала. Этот для фитнес-занятий. Здесь мы открыли занятия для людей, которые хотят заниматься физически, поддерживать свое тело в тонусе, быть энергичными, шагать вперед, не сидеть на месте. Вели фитболы, степы, да. У нас есть халахупы, скакалки, то есть большое разнообразие. Также тренажерный зал. В общем, приходите, занимайтесь, мы вас ждем. С большим желанием и удовольствием прихожу на тренировки. Держать себя в форме, держать свои мышцы в тонусе – это, я считаю, это самое главное. Для продуктивной тренировки в фитнес-зале есть разнообразный инвентарь – скакалки, мячи, гантели. Заниматься можно в кроссовках, а можно и босиком на коврике по методу пилатеса.
Хорошая осанка, красивое тело, отличное настроение – все это дарит нам пилатес. Это методика, направленная на проработку глубоких мышц. Она работает с позвоночником без перенапряжения. Мы воздействуем через глубокие слои мышц на внутренние крупные слои мышц. Эта методика подходит абсолютно всем, как мужчинам, так и женщинам. В сентябре в нашей замечательной гостинице «Жемчужина» открываются новые группы по пилатесу, куда мы приглашаем всех желающих. По соседству с фитнес-залом, зал тренажерный, настоящая мастерская по наращиванию бицепсов, накачиванию трицепсов, формированию кубиков на животе, подтягиванию ягодиц. Десятки современных спортивных тренажеров, как говорится, на любой вкус. Один из самых популярных тренажеров. С него начинается разминка, разогревает мышцы, вообще нагрузка на ноги. На экране можно увидеть и пульс, ритм. Этот тренажер называется блочная рама. Он довольно универсальный. На нем можно выполнять множество упражнений. Развивает мышцы спины, пресс, также бицепс, трицепс. С каждым днем занятия на тренажерах становятся все более популярными среди ахтубинцев и гостей города. Сюда спешат как начинающие физкультурники, так и заядлые спортсмены. Я выбрала спортивный зал в гостинице «Жемчужина» с тренерами Ириной и Кристиной, которые приложили все свои усилия, помогли мне построить мои тренировки таким образом, чтобы я смогла достичь желаемого результата. И занятия с ними мне очень-очень сильно помогли. Сбросила 2 минуты с личного рекорда на 5000 метров, что это считается довольно-таки сильным достижением уже в моем возрасте. Вот, я стала бронзовым призером, соответственно, европейских игр среди полицейских и пожарных на этой дистанции. Я улучшила свое время на 1500 метров, тоже став бронзовым призером на этой дистанции. Рядом со спортивными залами расположены просторные раздевалки и комфортные душевые, но в соседнем здании всегда рады любителям сауны. Здесь можно от души попариться и в бассейне с гидромассажем полежать. Сплошное удовольствие для тела и души. Да чего здесь сауна хороша, и воздух приятный, и веник ароматный, и легко так здесь дышится. Прийти сюда можно, как говорится, с пустыми руками. Все принадлежности, включая халаты и банные полотенца, здесь есть. Есть также кухня, спальня, это для совсем утомленных сауной. Для тех, кто пободрее, телевизор и караоке, а также бесплатная доставка еды и напитков. Сауна работает круглые сутки, без выходных. Фитнес и тренажерные залы открыты с 8 до 22 часов. Возможны разовые посещения. Действуют также абонентские карты как на месяц, так и на год. За справками обращаться по телефонам 392-37 и 8-937-502-98-38. Адрес гостиницы – микрорайон имени Лавочкина, улица Конструкторская, 19. В рамках реализации торгово-экономического сотрудничества между Астраханской областью и Республикой Беларусь в Ахтубинске открылась очередная ярмарка белорусских товаров. Покупателям представлены товары различных белорусских производителей, в том числе трикотажные изделия, постельное белье и продукты питания. Ярмарка из Витебска в Ахтубинске проходит согласно достигнутой договоренности с белорусской стороной, а также в рамках торгово-экономического сотрудничества между Астраханской областью и Республикой Беларусь. В Ахтубинске продукцию братьев славян уже знают. Мы привезли, в принципе, различную продукцию от продуктов питания до одежды. Как бы мы уже здесь не первый раз, уже третий в Ахтубинске. Продукция пользуется очень большим спросом. Я, в частности, привез продукцию, это мед. Мед с моей личной пасеки. Сам я пчеловод, как бы занимаюсь этим уже очень давно своей семьей. Так что продукция хорошая, качественная. Ну, приходите, будем выбирать, пробовать. Особенно оживленная торговля идет у мясных рядов. Качество белорусских деликатесов ахтубинцы оценили еще во время работы ярмарки в конце мая. В этот раз, по словам продавцов, покупатели тоже не будут разочарованы. Ну, колбаски привезли, сыровяленые, сырокопченые, полукопченые, грудинки всевозможные привезли, сосиски, сардельки. Языки очень вот такие вот деликатесные привезли, вот такие вот очень вкусные, варено-копченые, бесподобные. Все даем пробовать. Привезли филе кролика, филе индейка-индоутка, кролик с индейкой филе,
Привезли утки запеченные, перепелочки запеченные привезли. Товары от белорусских гончаров в Ахтубинск привезли впервые. Сначала может показаться, что на прилавках представлены сувениры. Но к этой категории товаров можно отнести лишь колокольчики и подковы на счастье. Все остальное пригодно в быту и может украсить любую кухню. В этом все можно готовить, хранить, запекать, то есть это все пригодно для того, чтобы кушать, в этом готовить. Тут представлены горшочки для тушения, емкости для хранения, кувшины, крыночки, чайники, чашечки, то есть все это экологически чистое, ручная работа. Витебская ярмарка в Ахтубинске будет работать до 18 сентября. Но, как сказали гости из Белоруссии, если торговля пойдет бойко, они останутся еще на несколько дней. На сегодня это все новости. Хорошей рабочей недели и до встречи.